Всем привет! Перед вами мойка высокого давления Champion HP6170. Это бытовой аппарат для мытья автомобилей, стен, заборов и различного инвентаря. При мощности в 1700 Вт подает струю под давлением 150 бар. Расход воды 400 литров в час. Внутрь можно установить 2-литровую емкость с моющим средством. Для максимально качественной очистки устройство подключается к горячему водопроводу. Допустимая температура воды не более 60 градусов. Специальная насадка позволяет регулировать форму струи. Большие колеса и рукоятка упрощают передвижение агрегата. В комплекте 5-метровый шланг, распылитель, струйная трубка, пластиковая корзина, фильтр тонкой очистки, крючок-держатель и переходник.